Здорово! Значит, смотри, сегодня вышло у нас крупное обновление в Доте, а 7.35, где добавили кучу разных предметов, механик переменили, все это вы найдете на Ютубе, сами у профильных каналов, которые занимаются конкретно этим. Но наша тема это кастомки. И сегодня мы поиграем в режим, который в игротеке называется MG Mod Boosted, и стоит тут прекрасная настройка, чтобы предметы мы усилили в 10 раз. То есть все вот эти вот новые предметы, которые у нас появились в Доте, старые переработанные, теперь усилены в 10 раз. А, то есть Апрапира будет давать не 25% к урон заклинания, а 250%. И так вот со всеми остальными предметами. Так что будет, в принципе, довольно весело. А, и интересно. Я надеюсь, что вам видео понравится. Вы не забудьте его поддержать лайком. Сажайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Можете пока написать в комментариях вообще, какие у вас мысли насчет данного обновления. Что нравится, что не нравится. Будет очень интересно почитать. Собственно, да. А что у нас тут происходит? А, там быстрые типы. Бля, я спас, но сам помер. Новый год уже так близко, а подарков не видать? Да это ты просто не туда смотришь. Гляди, вышло зимнее приключение на Dota Loot. Тут ты можешь получить арканы за выполнение простеньких заданий. Например, подписаться на группу ВК, где, кстати, проходит ежедневная раздача предметов. А за выполнение всех заданий ты залутаешь мега-сундук за 55 тысяч рублей. Из него доставай один из самых дорогих предметов в Доте. Почему из самых дорогих? Так там просто нет дешевых. И это не говоря про очки топа игроков, где можно спокойно забрать еще больше бесплатных предметов, причем хоть ежедневно. Две награды за первое задание тебя уже ждут по ссылке под видео. Не забудь мой промокод, который даст тебе немаленький бонус к пополнению. Нужно поторопиться, пока это приключение не закончилось. Дерзай. Так, я тогда в миду, наверное, Ребят, постою. сидите, веточку и кушайте танго. Плюс 73 гена. Неплохо. А, ты меч, что ли? Ну да. О, кстати, а вот веточка. Ладно, А это ну не вас веточка. уже. Ты Да, видели, где 73 показывают, гена. сколько тэпаться будешь? На какую башню? Но он тоже веточку скушал. Ладно, это как будто бы бессмысленно. Но было бы все равно тебя разминать. Только ману тратить на тебя вот это. А, слушай, а я знаю, что мне с тобой сделать. Это, конечно, наверное, плохая идея. Ну давай, подеремся. Ладно, я еще крипов потихонечку побью. А что такое? А, у меня ман закончилась, реген. Нормально, 17 хп, а! Ман реген. А! Нет! Он тоже купил. Он тоже что-то купил. Ладно, в бедасик выйдем. Ого. А чё я сюда что пошнулся? 7-й уровень, ничего себе. Да хорош хурма! Ну конечно, там дэмэджа уже миллиард. Ну в принципе я знаю, что с этим сделать. Мы сейчас сделаем вот так, и вот так, чтобы просто быстрее добежать. Ой, давай не будем стоять в жопу этих. ПТшка уже миллиард всего. Так, меня белка, если что, да, ушла с лайна. Больно. Молния Она делает меня больно. Несколько раз убила. Прикольно, ноль крипов. А чё, вышки у нас? Вышки не усиленные, замечательно. Что там с стикером? Ты чё такой резкий? Ну я все, я уже... Я дошел обуз. И что у тебя там? Не травочка? Ну, рефрешер. А, рефрешер. Ну, так я и хотел купить себе медасик. Но меня немножечко застопили. Умер же, по идее. А что там рефрешер? Меду. Ну, у медаса 20 зарядов, если не ошибаюсь. На твой хате вроде фух, этот закон взялся. Так, как будто бы 8 к интеллекту нас пока не интересует. Это мы продаем. Раз. И понеслась.
Сейчас будем богатенькие. Так, этих мы не сожрем. Я думаю, рефрешер после этого можно, в принципе, продать. Купить себе вот такой вот прекрасный предметик. Хватит, я стою и закупаюсь, ребята. Так, это мы продаем, продаем. Что у нас тут за... О, ребят, голем. Так, я хочу купить новые предметы. Во-первых, этот предмет. Во-вторых, себе вот это хочу взять. В-третьих, себе аганим взять. Давайте кого-нибудь пульнем. Ну, медасик тут прям жесткий. Найс. Снапая прилетела. А тут Октарин КД убирает? Да? Да? Нет, не убирает. Отлично. Хорошо. Такая помощь? Саша, это, конечно, прекрасный предмет. Но мне кажется, рапира must have. Нормально ты светишь. Все, медасик есть. Слушайте, ну у меня есть замечательная идея. Вы там хоть не сносите. Я сейчас вот так сделаю просто. Так, так. И вот так. Понеслась. Ладно, одну рапиру мы выложим. Парочку, точнее, повыкладываем. Ладно, одну оставим, черт с ним. Дэмэджа что-то там не проходит. Маловато, да. Маловато дэмэджа. Так, что у нас по новым предметам? Здесь у нас будет вносить дэмэдж от нашего урона. И вот такой еще хочу взять. Да, вот яд этот. Я думаю, можно это убрать будет. Магический вампиризм у нас здесь, да? Не сомневайтесь во мне. Ай. Ну, подлетели, хоть кого-нибудь попытаемся убить. Ага, с крита просто умер парень. А зачем мне вообще какие-то магические способности, если я могу убить человека с крита? Или с этериалова? What the fuck? Это кошмар какой-то. Я не травочки еще хочу. Вы там не сносите раньше времени. Или себя не дайте снести. А где они все есть? Где-то спрятаны. Так, подожди, а как вот эта фигня будет? Давай проверим. Ого, 4000 щитов. Так, дэмэджа там вообще нет. Он себе магическое сопротивление какое-то купил. Но по идее у меня должен будет... Не бьет. Пытаются. Так, ну с тобой толку драться нет. Ага, этот меня ударить не может. Вот оригинал, да? Ну, этого нормально раскидали. Так, а с чем меня пробили? Меня с руки пробили. Чтоб с руки меня не пробивали, нужна, наверное, Шива какая интересная теперь. Я думаю, что яд нам тогда не нужен. Все о, какие-то работает. Лютые. А что это у тебя за щиток висит? На 4000. Это вот квест новый. А, неплохо. Ладно. Так, эта шляпа мне тоже не нужна. Подожди, что она дает? Вампирист заклинанию. Не надо. Да с руки будем накидывать. Чё нам?
Надо муншарт какой-нибудь съесть. Так скорость атаки будет поприятнее. Так, смотри, кого там нашел. Держи щиток. Извините. Не-не-не-не, мимо. Ай, вот это болит. А где голем? А, голема нет. Что сейчас произошло? Убили. Я не понимаю, чем я убиваю людей. Наверное, с руки рапирой. Не, вроде это дозарил. Нет, с руки. Блин, нужна какая-нибудь. Интересно, получится? Где там Тараска? У меня ж на базе вроде была Тараска, да? Все, теперь реген прекрасный. Ребят, свечу. Ой, умер. Так, тебя мы с руки заковыряем. Что у вас там, нормально все, парни? Ну у них пайпухи. Почему у меня аркан болт не дамажит чистым уроном? Хочу чистый урон. Сикер, выйди оттуда, брат. Я стою на месте. Я вижу, как ты там, чтобы не хило стоишь на месте. Нормальная такая дальность. Я просто бегаю вот. Да, вот так дэмэджа вообще нет. Ой. Да. Приятного мало в этом. Ну тут чистый урон. Вот прям в этой кастомке чистый урон нужен. Обратки, мобратки, все дела вот эти вот неприятные. Подожди, я наношу себе магический урон, да? От Этериала. Блин, ну тут криты. А, я ультой шотаю, даже если не бью. Вот интересно, ладно, новые предметы новые, но как будет работать вот эта тема? Ага, тихо. Стоп, бутстоун же. Надо форстаф купить его, форстаф, чтобы он от ульты бутсекира умирал. Он увеличивает заклинание радиусом. А если... Ух, Еман у меня второй теперь. Рапира где-то тут лежит. Подвинулся. Так, крип, драться. Ого. Ничего себе, крип. Ого. Пошел пушить. Чего он хочет? Хилю. Да, нормально как бы. 4700. Я с Владимиркой постою тут. Ой, Гера, отстань. Хилим. Давайте, пацаны. Убиваем. Ай. О, убивает. Это будет работать. Господи, как же они хотят меня. И смогли. У нас нейтралочки есть какие-то? О, нейтралочки. Джелька. Старый новый предмет. Прекрасный. Ладно, тут 250% сопротивления магии. Это все замечательно и интересно. 20 к броне. Вот это, наверное, уже нам не надо. На них моя ульта не глится, не сколько. О! Что, куда он?
Улетел? Ладно, давайте проверим вот это вот. Ах ты, сбил! Сволочь! Он сбил мне все. Господи, Хекс на 10 лет. Встаньте. Так, нормально. Чей до 15 пушит? Так упал. Сейчас упадет. Сейчас упадет. Ноль эффектов. А, там Яша. Ну что, вот такой вот у нас получается интересный сегодня был тест новых предметов, которые мы усилили в 10 раз. Это жестко, это очень жестко. Пишите ваше мнение насчет обновления, пишите ваше мнение насчет новых предметов, что имба, что не имба. Жалко, кстати, что нельзя здесь настроить на более ускоренное получение нейтральных предметов. Но если поставите достаточное количество лайков, то мы все нейтралки новые усилим в 10 раз и посмотрим, как это будет работать. Спасибо за просмотр, увидимся совсем скоро. Пока-пока.